Эксперты прогнозируют подорожание меда в 2 раза. Многие пчеловоды высказывают опасения, что из-за холодного и дождливого лета в европейской части страны пчелиные семьи не смогут заготовить мед даже для собственного прокорма. И пасечникам придется оставить все, что они получили пчелам. Из-за катастрофической ситуации Союз пчеловодов даже намерен обратиться к президенту и правительству с просьбой поддержать отрасль. В Красноярске пока цены существенно не выросли. Я думаю, чуть-чуть дефицит все равно будет. Ну, на процентов 10, от 10 до 20 процентов будет меньше в этом сезоне меда, чем по сравнению с тем годом.